Сегодня у нас, ну, у нас такая история. Есть героиня моя, ее зовут Катя, фамилия у нее Прохорова. Сейчас скажу, да, фамилию кто придумал, Нина Володина, продюсер. Вот. Дело в том, что моя компания «Независимое государство» вас не поддерживает. Мы обращались к богатым людям, они нам отказали. Поэтому Катя у нас Прохорова. Не поверите, да, и герой Анатолия Белого, который играет, его зовут Вадим, у него фамилия Доронин. Ну и остальные фамилии. Думала, у меня просто сценарии имена были. Вот, моя героиня Катя живет с Вадимом, как это принято, да, в современном мире, гражданским браком. Это очень неправильно, он на ней не хочет жениться. Он ей говорит, все эти браки, все формальности. И на девичнике она знакомится с героем, вернее, он знакомится с героем Андрея Чадова, он журналист, и он в нее влюбляется. Вот они познакомились в клубе, а сегодня сцена, он зашел в банк по своим делам, и тут он случайно увидит, это судьба. Он случайно видит, да, на, вот, героиню, и сейчас он к ней зайдет, да, и сказал, что там нет. Вот он такой настырный, вот так, у нас актерский состав. Андрей Чадов, Анатолий Белый, Алена Яковлева, Михаил Полицеймайка, Мария Берсенева, в эпизоде нас играла Елена Захарова. Ну, есть такой вот очень хороший-хороший звездный состав. Все интересные факты вы уже, наверное, прочитали и знаете. Если не знаете, да, у нас так получилось, что все актеры голубоглазые, считаю, небеса нам помогают. Это случайно получилось. Моя дата рождения, месяц, день и год полностью совпадает с датой рождения внучки Асадова Кристины Асадовой. Слушай, все случайное совпадение. Ну так вот, она родилась, я родилась. Асадов был не в курсе, да, Аркадьевич, что в один день. Ну, вот как-то, наверное, может быть, и не случайно. В общем, там очень много всех интересных таких фактов происходит. Вообще он живет какой-то своей удивительной жизнью. И уже мы начали снимать, еще были дописаны несколько сцен. Вот, у нас по сценарию лето. Я понимаю, что за окном зима. Но это нормально. Хорошо, что все лето. И мы сейчас всех расставим. И начнем, приступим к съемке. Все, я сейчас...